Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Альф. Я президент фонда содействия развитию культурных проектов народов Евразии «ЛИФТ», город Москва. В 2015 году мы объявили о начале Всероссийского литературного национального проекта «ЛИФТ» 2015-2035. За 5 лет мы провели много мероприятий. Но основные из них это были конкурсы и фестивали международного уровня: Крым, Москва, Тюмень, Сочи, Рязань, Баку. Готовится фестиваль в Стамбуле и в Москве. Во всех наших мероприятиях приняли участие писатели и читатели более 10 тысяч человек. Но особенной частью наших мероприятий была социальная направленность. Сотрудничая с семьями, воспитывающими особенных детей, с многодетными семьями, с писателями с ограниченными возможностями, мы накопили много творческих наработок и решили объединить их в проекте «Спокойной ночи, интернет». В рождении этого проекта я благодарна вам, дорогие друзья, участники ЛИФТ-марафона. За 50 дней нас посмотрели 120 тысяч человек. И это видео, которое вы сделали, не имея никакого навыка. С февраля 2021 года у каждого из вас появится возможность сделать видеоролик с профессионалами, сопровождать обучение и создание видеофильма станет уже известный многим из вас лифтёнок, герой, рожденный в виртуальном пространстве и знающий все об этой новой реальности. Именно он станет для ваших детей другом в освоении безопасного интернет-пространства.